Полицейские по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств из двух магазинов. Преступление было совершено ночью 10 мая. Мужчина 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вскрыл двери двух магазинов – «Овощи» на улице Ленина и «Класс Е» на Губкина. Из торговых точек вор похитил 9 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в букмекерской конторе, где делал ставки. В настоящее время у нас возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным пунктом Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража с незаконным проникновением в помещение. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время по решению суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются.